Екатерина Васильевна Буданова. Летчица-легенда, отважная среди отважных. Эти народные звания закрепились за ней после боев под Сталинградом, Ростовом-на-Дону и освобождением Донбасса. В войну она совершила 266 боевых вылетов, уничтожила лично 6 самолетов противника и 5 в группе с товарищами. В знаменитый истребительный женский авиаполк Марины Росковой женщину взяли сразу как опытную летчицу, которая имела много налетов в авиашколе. С первого дня самолет Будановой выходил на боевое задание по несколько раз в сутки. Ее было не остановить, потому что Катя жила сильным желанием отомстить за гибель в оккупации мамы и сестренки. Ее отваге удивлялись даже опытные асы. Вот какие бои есть в ее летной биографии. В паре против 20, одна против 30, в составе четверки против 19 вражеских самолетов.